остаются люди, которые ищут что-то, что их заинтересует. Иногда люди рыскают, смотрят какие-то люди, расставляют деньги. Они собирают все в контейнера. Получается, у них получается очень хороший. Когда-то это было целое состояние. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня нахожусь на блошином рынке города Валенсии. Я уже снимал об этом ролик. Ну а сегодня хочу снять ролик, посвященный тому, что происходит, когда заканчивается время блошиного рынка, все уходят, и вот тут остаются люди, которые начинают искать всякие вещи, что оставляют торговцы. Ну вот, решил я вам показать. Вот кто-то торговал и оставил видеокассету. И вот очень много людей ходит вот так вот и наблюдают, ищут что-то, что их заинтересует. Иногда попадаются очень интересные вещи. Ну вот я сейчас буду гулять, может быть, что-то и покажу. Хотя я уже подошел к шапочному разбору. Ну вот. Хотя люди рыскают, смотрят какие-то игрушки. Вообще существует целый бизнес. Ну вот даже вот вот такие вот старые картины. Я иногда подбираю такие картины, если могу, их реставрирую, вот, или дарю, или выставляю где-нибудь на какой-нибудь платформе, да, в интернете. Картина интересная, ну, всегда такую увидишь, ну, такой вот можно найти. Какие-то картины, какие-то, я не знаю, какое-то постельное белье, какие-то книги, колонки. И люди ходят, собирают это. Ну вот даже, например, опять старинная такая вот рамка. И у нас на блошином рынке это можно увидеть. Тут оставил старый чемоданчик. Чемоданчик — это какой-то шлем. Очень много валяется книг, которые никому уже не нужны, хотя много энциклопедий и очень ценных книг. Кто-то ходит, собирает их. То есть в этих вот книгах иногда находятся старинные документы, которые ценные, но это целый бизнес, да, люди специально ходят и потом стараются продавать. Как это все выглядит. Люди ходят, забирают. Вот еще какая-то картина. Непонятная. Ну вот, люди. Вот там еще выставляю. Вот это все выкинуто. Я хочу сказать, что тут существует на эту тему целый бизнес. Например, люди с Африки, они что делают? Они вот когда заканчивается время продажи, люди с Африки приходят и собирают то, что вот торговцы не продали и выкинули.
потом это они собирают все в контейнера и потихонечку отправляют в Африку. И у них довольно-таки неплохо получается, у них получается очень хороший бизнес на эту тему. Ну вот. И это я повторяю, я показываю то, что вот осталось уже как бы после шапочного разбора. А вообще тут оставляют такие вещи, просто диву даешься. Вот. Ну, так вот интересно все происходит у нас. Я хочу сказать, что вот целый ящик, пожалуйста. Целый ящик видеокассет. Когда-то это было целое состояние, да? Вот, а тут целый ящик видеокассет. Кошмар какой, а? Вот такое вот дело. Диски, всякие старинные лампы, телефоны. Это люди собирают, кто-то что-то коллекционирует. Какие-то статуэтки там. Очень интересно. Ну-ка пойдем дальше посмотрим. Вот еще выкинули какие-то картины. О, получается картина интересная, но как ее посмотреть? Оди! И... Полезай, как ее комплект. Я не знаю, что это. Тарелка, тарелка летающая ключевка. Вот. Кто-то выкидывает. Кожаные сапоги, пожалуйста, валяются. Я повторяю, это все остатки, которые уже никому не нужны. А есть еще, когда вот только оставляют торговлю, иногда просто удивляешься, как такое вообще могло быть. Или вот такая вот мебель, кому-то надо, спальня. Пожалуйста, тумбочки хорошие сверху, найти какие-нибудь мраморные доски, которые тут тоже валом выкидывают. И вот у вас уже винтажная мебель. Ну, пожалуйста. Или вот кто-то оставил комод, уже который уже никому не нужный. Но он тоже, видимо, старый, резной. Кстати, комод. Интересный комод. Еще даже оставили книжку какую-то. Вот. То есть, очень интересная тема. Я что хочу сказать, что это вот все, вот этот комод вы можете просто подойти и забрать. Ну да ладно, еще попадется, сейчас глянем. Ну или вот, друзья, то же самое, что я и говорил, какие-то книги. Вот, что-то у нас такое интересное. Дукасян. Ля Ленго Испаньола история. Ну, Вторая мировая война. Все это, пожалуйста. Всякие вот такие вот книги. Можно интересные, очень интересные книги найти. Вот, ну, как говорится, можно и найти, а можно и купить. Я не знаю, среди всего какая-то целая пара. Чего? Даже не знаю. Кто-то надоел торговать, выбросил целый шлем. Никому не нужно. Да, он целый, между прочим. Ну вот, тут еще интересно пройтись. Чего только нет. Какие-то бутылки, кассеты, ручки.
Но я повторяю, есть специальные охотники, которые ходят, специально смотрят это все. Айнуа! Среди этого попадает... Айнуа! Например, как я понимаю, вот этот вот... Это что-то... Йоспаки. Так что это... О! Интересная вещь. Ну да ладно. Сейчас не до того. Ну, дальше идем. Что это? А, лыжи. Кстати, сегодня я смотрел, столько много лыж выкинуто было. Это с какой-то школы. Все такие фирменные там. То есть куча всего. Какая-то винтажный кассовый аппарат. Я хочу сказать, даже если не искать, а вот приходить покупать, можно за копейки купить очень интересные вещи. Вот, ну, вот этим я хотел поделиться, показать. Что происходит, как происходит. Посмотрите мое видео, где я показал, где рассказал, вернее, где находится наш блошиный рынок в Валенсии. Очень интересное место, я его люблю очень посещать. Вот даже сегодня я там нашел полную энциклопедию валенсийского региона. 8 томов, то есть это для работы.